Ужасное состояние, не правда ли? Как такого добиться? Ну, оставьте машину на подоконнике на 5 лет. Смотрите, какой слой пыли. Помет, паутина. Что только не было на ней. Снег, дождь. Удивительно то, что за такое количество времени и погодных катаклизмов, что происходили здесь, в России, она не, ну, скажем так, пластмасса, металл, он не покрылся трещинами или прочими, не знаю, неровностями. Она только грязная. Ну и некоторые, конечно, пластмассовые детали отвалились. Хотя нет, кажется, они отвалились до того, как я поместил машину на подоконник. Я, может быть, ее помою когда-нибудь. Если достаточно лайков, конечно же, наберет это видео. Я не думаю, что она в таком уж плохом состоянии под этой всей пылью. Посмотрим.